Hello, people! Вы на новом канале Железное Сердце. С вами Лорд Вуду, и мы продолжаем игру Безумный Макс. Мы решили собрать металлоломщики. У нас уже есть две детальки. Мы должны найти в этой серии еще две. И они будут собирать металлом, пока мы в офлайне. Одна совсем рядышком деталька, а одна далековато от нас. Нам нужна вот эта деталь. Быстро переместиться мы можем гоночка. Да, перемещаемся быстро к гоночкам. В гоночках участвовать не будет. Мы в них уже поучаствовали, как бы это нам не нужно. А вот деталь нам нужна. Главное, сам факт интересный, да? Типа детали будут собираться, когда игра выключена. Чем дольше мы будем выключены, тем больше деталей мы соберем. Прикольно. Ну, так как мы играем каждый день, то нам особо не прибавит ничего. Ты мерзких отморозков сам выслеживай, а я пошел на соискание металлолома. Почему? Ну, теперь я понял, почему. Потому что здесь не весело. Ух ты, новый враг. Он себя поджег. Добивание об стену. Вернулся. Фонарик, может, включим? Так-то и зрелищный, да? С фонариком-то. Даже. Так, два металлолома, один металлосъемщик наш. Блин, чувак странный, взял себя, поджег, что-то сделать решил. Нехорошее. Вот методы тут у людей, а. Кто пройти-то? А, вон, с ломиком надо дверь выломать. Понятно. Что бы мы без ломика делали-то, а? Пропали бы! Бабах. Отлично, еще одна деталька есть. Все зачищено. Смотрим карту. Так, эту мы подобрали. Вот. Вот сюда нам надо. Это чужая территория. Ну что, придется тогда зачищать эту территорию. Черная утроба. Это одна из начальных локаций. Перемещаемся к гоночкам. Гоночки тоже как и воздушные шарики. Это точки быстрого перемещения. В них можно без проблем, если мы их открывали, возвращаться. Вот она, наша точечка. Информатор сказал, что как-то там можно пройти. Какой-то есть проход, что ли, он говорил. Сейчас мы с ним пообщаемся еще раз. Я уже запутался. Эти информаторы постоянно дают какое-то большое количество информации. Сюда надо приехать с собачкой. Она поможет разминировать это дело. That big thing is similar. Yes, yes, very much so. Many of the wonders one can spy in Gastown. Чувак все Гастауном бредит. Давай, информатор, расскажи мне. Говоря газу хвата.
So one who wanna get at him better deal with his boys and dish out some of that boom-boom. Этот лагерь построен вокруг нефтяной платформы. Им управляет главарь по имени Газват Хват, который уязвим к атакам взрывчатка. Дополнительные сведения. Слева от главных ворот есть тайный проход. По пути наверх ищите тропу. Банк для огнеметной трубы расположен слева от ворот. Так, смотрим. Горлопан. Так, еще один. Снайпер. Так, ну что, этих убираем, двух динамщиков. Раз. Два. Так, охраняется слабо. Снайпера, может, уберем еще. Вот он. Сейчас мы его уберем. Все. И горлопанчик еще. Садимся за руль. Грязи придется попачкаться, а что же делать? Вон горлопана видно отсюда, по идее. Точно видно. Все. А, вон еще машинка. Вот эту машинку мне надо доставить к себе на базу. А у него уязвимых мест, наверное, и нету. И как бы ее захватить-то, а? Я хочу тут кузов себе тоже. Но это не приоритет. Как туда пробраться? Стой, машинка! Стой, я сказал! Не смогу я на базу, походу, пробраться. По минному полю попёр. Погоняемся. Опа! Есть! Зачем стрелять-то? This could work as cover. Сработает как прикрытие. Вернитесь на этой крепости, машине в крепость, чтобы добавить ее в своей коллекции. Да без проблем. Поехали. Прикольная машинка будет, у меня новый кузов. Долосборщики. Вот они. Да, попробуем. Есть.
Так, аккуратнее надо. Залез, а? Ладно, не будем отвлекаться, а то мы сейчас машину угробим себе. Мы с таким трудом ее захватили. Трофейный транспорт у нас. У меня тоже нету ни ускорений, никаких, ничего. Просто машинка. Непрочный пугало. Давай, ну слабенькая машинка, конечно. Так. Наглеем, наглеем, конечно. Уже и машину угнали. Везем себе как трофей новый. Еще и пугало разрушаем. Для пущего беспредела. Лом доставлен. Классно. Новый транспорт в коллекции. Тыц, тыц, тыц. Там, мне нужно было 500 лома, чтобы я там что-то мог собрать тут. Я вот хочу это дело сделать. Где-то как будто склад был. Блин, запутался. Или это снизу было? Вот, вот сюда надо 500 лома было скидать. 500 лома. Ух, нифига себе сооружение. Этот лом способствовал развитию крепости. Можно еще больше сделать. Ой, сейчас обустроятся. Во дают, чуваки, а? Молодцы. Время не тратите даром, я смотрю. Еще можно улучшить. 1000 лома теперь, если я раздобуду, они еще круче станут. О, новый уровень славы у нас. Съездить на баги жестянщика туда. Поехали. Слабенькая машинка вообще что-то. Чего орете, чуваки? Я к вам еще приеду. Не волнуйтесь. У вас тоже там есть трофеи. Нужные мне. Фонарик. Ни хрена себе. Да что такое? Я ж ставлю защиту. Своими методами. Опа. Как тряпочка голова заболталась, а? Классно. Что у нас тут находится? Один лома и одна деталька для металлосборщика. Вот она, деталь наша. А, нет, это лом. Значит, внимательно надо смотреть.
Ух ты. Они его, наверное, съели. Жалко, собака не помогает в поисках. Вот она. Все, все четыре части я собрал. Офигенно. Теперь возвращаемся на базу, собираем эту детальку, и когда мы будем в офлайне, мы будем собирать себе. Ух, через покрышу как нас показывают. А собаку не угостим. Обойдется собака. Заправить, выкинуть. Поджечь. Давай заправим. Это последний раз, когда мы заправляем машину самостоятельно, потому что у нас теперь есть своя вышка нефтяная на базе. И у нас будет автоматом все заправляться. Соберем сейчас тележечку. И посмотрим при следующем заходе. Сейчас мне надо идти на работу. И мы посмотрим при следующем заходе, сколько у нас металлолома собирается в офлайне. Надеюсь, это будут тысячи просто. Где тележка-то? Блин, тут... А, вот она. Тут все попеременялось чуть-чуть. Все-таки больничку надо было устроить. Все в крови ходит наш Макс. Пока игра выключена, автоматически производится сбор лома. Для получения лома требуется подключение к интернету. Ну что ж, я надеюсь, у меня к интернету все подключено. Тут разведчики у меня. Можно сейчас пометить сразу территории, где эти разведчики. Так, две. Вот раз и два. Угу. Две точечки. Эту базу жалко мы не захватили. Начали было. Мы же захватим. Не будем серию заканчивать. Давайте захватим эту базу. Мы там все постреляли. Там осталось найти просто проходик. Горлопан там убран, снайпер убраны, стена убрана, как бы, ну все, в общем, убрано уже. Осталось просто проход найти. Пока что-то это у меня не получается даже близко подобраться к нему. И не, я пошел обследовать, как-то там надо нам в эту базу попасть все-таки. Ух ты, блин! В спину чем-то. Давайте сюда, сами поднимайтесь. А я такую машину только что угнал. По-моему. Ну, в общем, это ладно. Мы захватываем базу. Пошел, блин, на захват базы. Патроны где-то порастрелял.
покушал. Ух ты, сколько вас тут. Уходи. Беленький. Добивание делай. Добивание. Яростное. Добивание яростное. Оба! Оба! Нормально. Это жестко. Так, эта база мне прям нравится. Тут, походу, взрыв надо. Вот это уже мне не нравится. Надо теперь канистру найти. Канистра. Раз канистра. А вторая на эмблемку. Зацепил. Отлично. Идем дальше. Ух ты, не взорвалась. Надо еще одну. Поближе подойти придется. Сильно издалека кидал. Вот так вот. Поджечь забыл. Какой же там будет главарь, интересно. Какой-нибудь со щитом, которого унесут на щите после свидания с Максютой. Еще ломик. Вот идем и походу ломик собираем. Красота, все, весь собрали уже. Вот все бы базы такие были, чтоб явно так вот ломик походу собирался. Просто мечта бы была тогда. Ни одного патрона. Водичка. Тут можно подкрепиться. А нам водичка и не нужна. Фляга полна. Все полно. Еще одна эмблема. Ну, одна эмблема, наверное, будет возле в главаря. Газ в охват. Вот это да! Выхода нет. Газ в охват. Опа. Моя очередь. Уходи. Ни хрена себе он звезданул. Как комариный укус. Не попал. А я попал. Ходи. Бля, горит. Да.
Опа. Да блин, попал все-таки, а. Может его взорвать сюда? Иди сюда. Давай. Ух ты, блин, а чё? Почему у меня газ-то? Давай, иди сюда. Бей. Бей. Бей по баллону. Наверное, не получится так. Этот ломик тебе как будто мешает даже. Охренеть. Пьем. Не попал. Так это что такое? Недоступно. Следовало догадаться. Почти. Выполняйте серии завершающими ударами. Они наносят больше урон. Бей. Макс, у тебя одна попытка осталась. Добивай. Отлично. Все. Это база моя. Газовая станция. Врагов нет. Одна эмблемка где-то осталась. Какие там трофеи у тебя? 99 лома и 9 дробовика. Красота просто. Все патроны полностью зарядились мы. Так, эмблемка где-то. Смотрим, где эмблемка. Где-то здесь должна быть определенно. Трон у него тут был. Куда же бежать-то теперь? По периметру все защищать, смотреть. Ради одной эмблемы. Да, это серьезная заява. Давай, побегаем. Спринтер. Он даже не обживал все уголочки, этот чувак. Чисто на одном себе базу сварганил, и все. И никуда не ходил больше. Я отсюда пришел, разве? Вон она, эмблема, я ее вижу. Когда я скатывался, я ее видел где-то. Где-то вот тут. Вон она. Блин, придется опять подниматься. Или кинуть туда что-нибудь. Не получится. Блин, надо тогда подняться теперь. Оба, все. Я тебя нашел, эмблемка.
Сейчас фанфары будут. Ды-ды-дын. Все, база полностью наша. Газовая станция. Мы с ней с самого начала игры к ней шли, чтобы ее захватить. И мы все-таки это сделали. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Это был Безумный Макс. Нам же еще на базу надо отвезти эту свою канистрочку. Машинку свою. Возвращаемся к машинке. Так, ну что, машинка, ее надо отогнать. Примут за свою. Это, наверное, машина главаря, ту, которую я просто так угнал, в поле стоявшую. Она, наверное, ну, не сильно крутая, а вот эта вот уже крутая, видимо. Ну, типа главарьская машина. С зелеными фарами, тем более. Единственная в своем роде. Что-то серия длинная какая-то получается. Вырежу эти моменты, ненужные переезды там и так далее. Чтобы было более интересно смотреть. Лом доставлен. Этот транспорт уже добавлен в коллекцию. Ну, значит, он одинаковый. Значит, я все-таки такую уже пригонял. Мне для квеста он нужен был. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Еще раз напоминаю, не забывайте писать комментарии.